Так, друзья, здравствуйте. Представляю вот такое вот мое приобретение. Опять у дедов взял сегодня, сходил на радиорынок. Вот такой вот приемничек Vega 404. Я такое не видел никогда. Ну, погуглив, увидел. В интернете есть такая. Значит, смотрите, два диапазона, средние и длинные. Тут должен был быть ремешок, ремешка не было. 9 вольт питания. Вот, значит, переключатель длинные, короткие, гнездо для антенны, работает от кроны, вот этой крышечки не было в наличии. Ну, в хорошем состоянии. Это у нас подсветка. Включить, выключить, рабочий. Я удивился. Рабочий оказался. Вот. Это у нас подсветка нажимается вот так. Я сейчас покажу. Выйду потом на улицу, попробую продемонстрировать. Ну вот, вы видите, да? Подсветочка. Надо менять на светодиоды, конечно. В идеале. Сейчас продемонстрирую, как он работает. Сейчас уже вечер, так что средние волны ожили. И послушаем, как он себя ведет. Так, ну что, начнем. Поставлю так его боком. Включаем средние волны и слушаем. Так, переключим длинную волну. Такой вот приемник, интересный, необычный дизайн, по крайней мере для меня рабочий. Можно будет для интереса, как всегда, поменять емкость, а там подсветочку дать. Вот такой вот необычный, интересный приемник. Я думаю, приемное качество у него стандартное, как у всех приемников этого класса, но по крайней мере дизайн такой. Я с таким не встречался пока, по крайней мере. Ну, так что. Это длинные. Это
Это средняя. Все, ребятки, кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, не смотрите. Всего доброго, всем три, до свидания.